Уделите минуту. СМИ почему-то предпочитают рассказывать о трупах и бытовухе. Ну а мы о главном. Дорожные службы проснулись и на многих улицах Екатеринбурга срезали асфальт. Сезон отпусков заканчивается, начинается сезон дождей. Машин становится гораздо больше, а нормальных дорог гораздо меньше. Ездить становится труднее, пробки увеличиваются, страдает подвеска автомобиля, да и банально пешеходу очень легко подвернуть ногу. Делаем ставки, господа, какие улицы в этом году отремонтируют в ливни.